И ФСБ предложило создать базу идентификаторов мобильных телефонов. Вот какая-то, значит, должна быть единая база заводских идентификаторов мобильных телефонов и прочее, прочее. Ну, то есть всех записать, всех сосчитать. Поэтому, что я могу сказать? Что сейчас нужно осваивать бизнес тем людям, которые хотят более-менее, чтобы в России какая-то была свобода, чтобы телефоны привозить из-за бугра без этой программного обеспечения, которое поставит туда ФСБ. Ну, они сейчас запретили продавать без российских программ. И западные фирмы согласились, будут поставлять уже с российскими программами. Поэтому надо где-то за бугром добывать такие телефоны и привозить в Россию. Я думаю, если это тем, кого-то заинтересовало, напишите. То есть мы поможем, может быть, организовать даже такой бизнес, потому что нужны такие телефоны без всякого программного обеспечения. Я думаю, что стоит это делать через те страны, которые в таможенном союзе, то есть через Казахстан, через Беларусь. Ну, как был белорусское это. Мидии белорусские, да, были уже, ну почему телефон не будут белорусскими? Также можно все делать. Мне кажется, программу можно деинсталлировать. Да, это тоже интересно, но вы понимаете, те люди, которые будут этим заниматься, они будут попадать сразу же под колпак Мюллера, их будут там хватать, сажать и так далее. А если кто-то присылает из Белоруссии телефон, да, Беларуси в таможенном союзе, в таможенном. В Беларуси нужно устанавливать это ПО, да? Нет, не нужно. То есть там это абсолютно законный телефон, и законно он получен. Вы можете его послать в Россию? Можете. В России что? Предусмотрена ответственность за продажу таких телефонов. А он в России продан? Нет, он продан в Беларуси. Все. Они отсосали эти ребята, понимаете? Так что я рекомендую людям начать этим заниматься, потому что, ну, не должно быть там никакого этого путинского ПО, да, КГБшного. Так, пишет, не все железяки прошивать даже программатором. Ну, в данном вопросе я ничего не понимаю, но могу сказать, что лучше делать вот так, да, лучше. Во-первых, он будет дешевле, этот телефон, без ПО. Потому что за это же ПО с вас еще и деньги сдерут. Понимаете, он же дороже будет, если туда что-то дополнительно поставили. Людям надо власть брать в руки, а не бизнес на телефонах. Вы понимаете, это очень хорошо звучит. Людям надо было брать власть в руки очень давно еще. Но они пока жуют сопли. Поэтому те люди, которые не могут взять власть в свои руки по причине своей малочисленности, они, по крайней мере, должны пользоваться телефонами без ПО. По крайней мере, наши партизаны, по крайней мере, те, кто с Китаем там борется и так далее. Те, кто с Путиным борется. Вы что думаете, вот этой вате это ПО как-то помешает путинской, ФСБшной? Да им похеру совершенно. Они же дегенераты, что им там может помешать-то? Они сами себе мешают.